Во второй день соревнований состоялось 8 игр. По-прежнему игры проходят в спортивных залах школы номер 1 и 1 гимназии. В первой школе развернулась настоящая битва. Среди девушек запомнилась игра между командами БРГИ и школы номер 1. Отрадно было наблюдать, что молодые девчонки отлично владеют мячом, играют сплоченной и дружной командой. До конца встречи непонятно было, кто одержит победу. Несмотря на женственность, спортсменки обеих школ проявили настоящую спортивную и агрессивную борьбу. Чтобы выигрывать, надо играть жестко, против правил. У соперниц что было отметил? Какие сильные стороны были? Сильные стороны у них отлично получали штрафные броски. Защита хорошо работала. В процессе игр самые эмоциональные люди на площадке – это тренеры. В спорте все по-взрослому. Поэтому и отношение к молодым участницам, как к взрослым спортсменкам. В тяжелейшем поединке команда БРГ одержала волевую победу. Команда Башкирской гимназии набирает первые очки. После чего на площадку вышли юноши этих же школ. И здесь победа досталась уже первой школе. Они выиграли у соперника со счетом 39-31. Второй день соревнований школьной баскетбольной лиги КС «Баскет» был особенно сложным для команд. Но спортсмены с достоинством выдержали испытания, и победители получили заслуженные победы. Цена победы для всех команд – это постоянные тренировки, работа тренера и, конечно же, дружный коллектив. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».